Всем привет! Сегодня у нас опять из серии незапланированное видео. Вот, приехал на дачу. Сегодня у нас 8 апреля. И хочу показать свой спаханный огородик, который я пахал осенью. Кто смотрел мой канал, тот знает, что я пахал плугом ПЦ-1.18. И был у меня тут экспериментик. Пахал плугом ПЦ-1.18, но там был лемех простой, не как на оригинальном ПЦ-1.18. Ну, кто знает, кто разбирается в этом плуге, тот знает, что ПЦ-1.18 это больше всего саха, а не плуг. Так вот, у меня там был эксперимент, сейчас вставочку сделаю. Вот, это для тех, кто не смотрел мой канал, не знает, ставочку сделаю, что был один ПЦ-18 саха и переделанный под плуг. И вот хочу показать разницу. Многие мне писали, что ПЦ-1.18 саха плуг это плохой, им плохо, там неудобно и не для чего он там. Короче, много было и хороших отзывов, и плохих. Так вот, я в прошлых видео рассказывал, что ПЦ-1.18 берет грубо. Вот такими комками, а простой плуг берет мелко, и сразу видно разница. Еще я говорил, что после ПЦ-1.18 земля быстрее просыхает, и там многие писали, что это все фигня, что это все ерунда. И вот я приехал, решил вам показать разницу. Вот видно, здесь у меня сахой пахал, а здесь простым плугом. И видно разница. Видите, здесь поднято высоко, здесь опущено, здесь опять поднято. Вот смотрите теперь, не знаю, вот сейчас от солнца есть разница. Вот в этом месте видно, что сыро. Я думаю, если туда я встану, я провалюсь. А здесь, вот смотрите, вот влажненько, здесь более сухо, не чавкает. Вот здесь вон жижа какая. Это о чем говорит? То, что после сахи быстрее просыхает, чем даже грязи сколько после простого плуга. Так что ПЦ-1.18 хорошо для влажных районов. У нас Вологодская область просыхает очень поздно. Вот. Нам влагу не нужно закрывать, как в южных районах. Так что
Для нас подходит больше PC-1.18. То есть вот больше поднимать комками, чтобы просыхало быстрее. Не знаю, для кого-то будет это видео полезным, не будет, но что есть, то показал. Разница налицо. Еще приеду попозже, посмотрю, вот не знаю, когда буду пахать, может, что-нибудь засниму вам, будет ли разница, когда уже все полностью просохнет. Так что, ладненько, всем спасибо и до свидания.